Сегодня на обзоре седаны Honda Civic. Давно известна эта машина, но вот модельки, которые можно купить в миниатюре, появились только сейчас. И, соответственно, теперь у вас есть возможность купить красную, серебристую, белую машинку. Еще будет черная, еще будут машинки такси, еще будут полицейские цивики. Ну, так просто для любителей полицейские. Я вообще никогда не видел, чтобы цивик был полицейским. Ну, неважно. Не суть в этом. Значит, машинки имеют, как всегда, металлический корпус. Это металл. Все хорошо. У нее широко открываются двери. Мы вот видим. Внутри салон. Что стандартно для моделек. Рулевое колесо, сиденье, торпеда. То есть все как обычно. Значит, помимо открывания дверей, есть очень приятная опция. Я рад, что в последнее время все больше появляется машинок, у которых есть третья открывающаяся опция. Потому что какое-то время назад, как бы сначала были чуть ли не пятидверные открывающиеся, открывался и капот, там, и двери, и все что только угодно. А потом все исчезло, и только две двери стали открывать. А даже были машинки, где вообще ничего не открывалось. Моделька, вот катай как хочешь. Здесь ребенку все-таки интереснее играть, сюжетнее. Можно вот капот открыть, можно закрыть, открыть, закрыть, открыть, закрыть. Но капот маленький. О, господи, багажник. Какой же это капот? Это вот это и капот. Вот у запорожца такие были капоты. Кто помнит? Значит, небольшой, мало что можно там положить. Вы помните, я вам вот показывал недавно, там, скажем, это Лада, да, у нас Приора. Вот сюда практически этот ящик почти помещался. То есть было очень все хорошо. Соответственно, в наш чудесный Civic. Ну, что-то совсем маленькое. Но, тем не менее, ребенок найдет, что туда положить. И будет играть, как он все это перевозит. Как мы видим, вот у всех машинок все это открывается. Беленькое тоже все есть. Все хорошо. Значит, инерционка. Есть тут инерционка. Да, инерционка есть, очень шустрая, машинка ушла хорошо. Я сейчас в последнее время стал вот так в гаражике вам показывать, как они загоняются. Вот. Достаточно интересно. Кто у меня там? Никто не попал в гараж. Все хотели, но никто не попал. Вот. Вот так вот в гараже все это заезжает. То есть ребенок играет с гаражом. Вот у него там машинка, он ее закатил. Гаражик он закрыл. Гаражик открыл, машинку он выкатил, она выехала, закатил, гараж закрывается, то есть все хорошо. Гаражики российского производства можно купить вместе с машинкой в подарок, то есть будет у вас комплект, будет машинка, ну, она может быть не обязательно красная, она может быть серебристая, вот, она может быть белая, как вам больше нравится. Купил машинку, купил гараж ребенку. У ребенка получилась сюжетная игра, я не устаю это повторять. Соответственно, гараж может быть таким вот, как бы в советском варианте, да, с такими, с распашными воротами, где вот есть для человека, то есть у нас тут приходит как бы человек, он заходит в этот проем туда, внутрь гаража. С ребенком в какой-то степени это интересно, да, когда там внутри человек. То, соответственно, это может быть и стандартный гараж с такими воротами более современными, которые вот так сверху открываются и закрываются. То есть здесь тоже вот так раз у нас. Видите, все хорошо. Все замечательно. Гаражи очень качественные, хорошие. Мне они очень понравились. Это, кстати, новинка. Их буквально еще несколько месяцев назад практически их не было. Вот. И тут, наконец, наш производитель осчастливил нас этими гаражами. Ну, а, соответственно, другой производитель, именно Технопарк, осчастливил нас новыми моделями Цивика. Значит, те, у кого есть такая машина, конечно, еще дарят их в подарок, да, там вот у папы есть, подарили ему, на стол там себе поставил в виде сувенира, как бы, знаете, там, в офисе устал, как бы, бумажки перебирать там, да, ну, немножко вот поигрался в свою машинку, то есть прокатал ее, как бы, вот, так сказать, позапускал, в общем-то. Машинки очень хорошие. Инерционка хорошая, потому что обратите внимание, что бывают тоже модельки, а там инерция, она практически не едет никуда. У нас, в принципе, она очень шустрая. Все улетает. Вот. То есть все шикарно. Поэтому рекомендую вам эти машинки. Ссылка на них в описании к этому видео. Соответственно, проходим и заказываем белую,
заказываем красную. Это, да, раньше Вилли говорил, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас. Заказываем серебристую. Всем спасибо за просмотр.